Совет Федерации одобрил закон, разрешающий проходить экзамен на водительские права на автомобилях с автоматической коробкой передач. Правда, людям, сдавших экзамены на автоматической коробке, будет разрешено управлять только машинами с автоматами. Выбравшие на экзамене механику смогут управлять автомобилем как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Кроме того, сенаторы ввели новую категорию водительских прав М для водителей мопедов, скутеров и легких квадроциклов. А также обязали их владельцев регистрировать свои транспортные средства, сообщает РИА Новости. Получить удостоверение категории М можно будет с 16 лет. При этом получение прав любой другой категории даст возможность управлять и этой категорией транспортных средств.